Через обряд очищения прошли и прихожане Армянской апостольской церкви. Армяне отметили праздник Преображения Господня, один из пяти великих праздников Армянской церкви. Он напоминает верующим о событии, которое произошло за 40 дней до распятия Христа. Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Иисус вместе с учениками взошел на гору Фавор, и там апостолы увидели чудесное преображение Учителя. Каким веселым способом преображаются современные армяне, лично на себе испытала Марианна Тлевцежева. Без оглядки на правила хорошего тона с нескрываемым удовольствием молодежь и дети поливают друг друга в буквальном смысле этого слова. В мокрое дело идет тара любых размеров. Хорошо, если вас обливают из пластиковой емкости из-под минералки, и не очень, если на голову выльют ведро воды. Обижаться и даже проявлять недовольство нельзя. Считается, что вода обладает целебной силой. Бегаешь, обливаешься, смешно очень. В этом году это так ярко, так классно, все мокрые. И по такой жаре это вообще просто здорово. То, что в иные дни сочли бы за хулиганство, сегодня называется праздником, известным в народе как Вардавар. После принятия христианства Вардавар стали отмечать как День Преображения Господня. Известный с языческих времен, он получил новое толкование. С корнями эта традиция идет в Библию. По святому преданию Ной, когда отпустил голубя, и тот вернулся с весточкой, что уже вода отходит, в честь этого он облился водой. И сегодня мы все праздник преображения тоже обливаемся водой. Ансамбль «Амшен» из поселка Лермонтова приехал специально, чтобы поздравить армян Адыгеи с праздником. В данном контексте мы впервые. Осторожно, аппаратура. Вот, в данном контексте мы здесь впервые, тут мы, сменялось руководство церкви и так далее и тому подобное. И вы знаете, ну, 70 лет все-таки коммунизма как бы сыграли тоже какую-то свою роль, что мы потихоньку начинаем возвращаться в лоно церкви, скажем так, и это правильно. Также рассуждают в молодежной организации, которая не так давно появилась при Армянской апостольской церкви. Она и организовала в этот раз Вардавар. Праздник, который армяне отмечают уже около 3000 лет, напоминает верующим, что нужно стараться изменить себя и свою жизнь к лучшему. Марианна Тлевцежева, Николай Гнедов, Вести Адыгея.